Привет! Сейчас мы будем играть с модом, который называется Terrafirma Craft. Он добавляет, ну точнее, увеличивает реалистичность Майнкрафта, если можно так сказать. Ну, в общем, делать Майнкрафт более реалистичным, вот так вот скажем. Так, ну какие первые отличия? Ну, во-первых, мы видим такие гигантские деревья. Ну, на самом деле, не гигантские, а такие деревья, какими они должны быть вообще. Ну, здесь очень много видов деревьев. Вон есть такие маленькие, похожие на обычные, такие вот. И вот елки такие огромные. Есть еще другие большие деревья. Они вот где-то там. Еще у нас есть на земле такие штучки. Ну вот, прямоугольнички. Мы их должны вот так собирать. Ну и я потом позже расскажу, для чего они нужны. Также у нас листва стала прозрачным блоком. Мы можем сквозь нее проходить. И что самое интересное, мы не можем рубить дерево уже рукой. Ну, оно вот не будет ломаться. Землю мы кое-как можем рубить, но всякие камни тем более не можем рубить рукой. Но это логично. Так. Из листвы выпадают палки и ростки. Ну, палки, понятно, да? Потому что дерево мы добыть пока не можем. Ну, вот палок для начала нам понадобится довольно много. Так, ну ладно. Скажу в основах. Вот мы берем вот эти вот камешки, которые мы собрали. Так вот кладем, и у нас появляется большой камень. И мы нажимаем на него. И вот у нас такое окно открывается. Мы в этом окне делаем различные предметы. Сейчас мы сделаем штуку для топора. Вот, так вот она делается. Мы просто убираем отсюда квадратики. Теперь берем наш обычный крафт. И вот делаем топор. А вот теперь еще более самое интересное. Деревья приобретают физику. То есть мы ломаем нижний блок и падает все дерево. Но вот не знаю как. С таким большим деревом. Ну да. Ну и топор сразу сломался. Довольно прикольно, да? Вот смотрите, сколько сразу дерева. И листва, кстати, исчезает. Ну, мы таких топоров можем делать довольно много. Главное запомнить рецепт, как крафтится вот это вот. Само лезвие вот это вот. Ну, думаю, это не очень сложно запомнить. Так, сделаем еще один топор. И теперь давайте сделаем доски. Доски делаются вот через топор и бревна. И, кстати, видите, тут не по 64, а вот бревна по 16 стакаются. Вот эти вот полубревна по 32. Ну, вполне логично. Так, теперь, по-моему... Да, вот так у нас получаются палки. Ой, точнее, такие палки и доски. Но из досок уже... доски по 8 только. Нормально. Так, ну а из досок уже привычным нам методом делается верстак и... О, отлично, доски не падают. Хотя тут даже земля падает. Так, давайте делаем домик. Вот не могу найти место, где можно сделать. Блин, лес, конечно, потрясающий просто вообще. И, наверное, в ближайшей серии мы будем тут играть, потому что довольно интересно. Тут у меня опять лагать начинает. Надо перезайти в игру. Так, ну я предлагаю... сделать коробку просто обычную пока что. Ну вот я не знаю, стоит ли ее делать, потому что вдруг пожар там будет, типа. Ну ладно, сейчас ночь пройдет, я перезайду в игру, чтобы не лагало. Хотя ладно, я не буду пока ничего строить. Так, еще я не показал вам копье. Оно делается вот из палки и камешка нашего. Вот, копье нужно, чтобы убивать мобов.
Потому что так рукой их не убить. Я пробовал, сколько ни бей. Они, конечно, бьются, но жизнь у них не отнимается. Вот так, натягиваем как лук и стреляем. По-моему, овечка убивается с двух раз. Так, иди сюда. Так, это я сам себя попал. А корова... Сейчас вы увидите, сколько из нее выпадает всего. Да, блин. Я сейчас сдохну скоро. Ну вот, дофига мяса. 13 сразу. И кожи тоже много. Также кожа выпадает из свиней. Ну ладно, сейчас делаем вот такой вот... Ну, забыл, как называется. Ну, в общем, штука, которая начинает разжигать костер. Вот, Firestarter. Мы берем три палочки и кидаем их на один блок. Теперь берем вот эту вот штуку и вот так правой кнопкой поджигаем, и у нас получается костер. Так. Сейчас можем топливо вроде положить. Пробуем пожарить мясо. Да, сырое мясо нельзя есть. Ну, не знаю, должно, по идее, тут пожариться оно. Ну, как-то костер уж не очень круто выглядит. Кирка зачем-то тут вообще. Какие-то тут звуки, блин, такие новые. Сейчас я делаю наушники. А то будет из колонок звук идти. Микрофон это будет дебильно. Ну вот, отлично, пожарилось у нас. Блин, жалко, что только по одному мяску. Ну ладно. Это так мало прибавилось. Да тихо ты. Бью тебя сейчас. Мне надо твое мясо. Зато мы теперь как пещерные люди живем. Довольно прикольно. Блин, я не понимаю, почему так мало восстанавливает. Может... Да. Ладно, сейчас еще посмотрю, что делать. И вообще надо сделать сундучок. Что он вообще ничего не восстанавливает? Может, он восстанавливает зелененькую вот эту фигню? А, тут же у нас жажда еще есть. Нам, чтобы ее утолить, просто надо зайти в воду. Тут зомби уже где-то орёт. Криперы, блин. Так. Ну да, сейчас нас они прибьют, конечно. Сделать надо побольше копий. Так, сейчас попробуем. Еще одно мясо съесть. Да, но установлю зелененькую, вот. Дальше что? Ладно, сейчас я еще посмотрю, как пользоваться этим костром. Блин, пока меня крипер не съест. Ладно, давайте пока сделаем сундук. Короче, вот это вот зеленая шкала, это голод. А как раз у нас найти я пока что не знаю. Походу, она не восстанавливается, блин. Ну ладно, давайте делаем сундук. Так, я забыл вам сказать, что сундук еще делается из вот этих вот полубревен, которые получаются путем рубки топором вот этих обычных бревен. Ну, можно делать из досок. Ну, по-моему, вот так намного выгоднее. Еще сделать. Как можно больше. Да, они, кстати, меньше вмещают теперь сундуки. Ну да, вот у нас одна вот эта вот линия убралась. Ну так, надо сложить, не нужно сюда. Кстати, можно посадить дерево. Ну круто теперь. Кстати, теперь мы, если кладем палки вот сюда, то у нас получается уголь. Но жутко неудобно с этим костром, потому что
Только один предмет сюда можно положить. Ну ладно, хоть что-то пока будет у нас. Так, зомби. С лопатой, скотина. Иди сюда, тварь. Надеюсь, лопата... Блин. Лопата-то хоть выпадет, я надеюсь. Хотя хрен там она выпадет. Чё такой живучий-то, скотина? Или ты не убиваешься? Копьем. Блин, похоже, что я прав, что он не убивается этим копьем. Зато он убьется солнцем. А, ну классно. Вот блин, какие живучие они все-таки. Наверное, не убиваются все-таки, потому что он бы уже умер. Топором вряд ли ты убьешься. Поэтому я буду бегать от тебя. Нет, говно я не буду пробовать есть. Слишком опасно. Так, ладно, сейчас поставим факел сюда. И нам надо сделать побольше досок. Просто чтобы хотя бы скелет, уйди. Просто чтобы хотя бы от монстров скрываться. Так-то. Нефиг. Так, кокосная мука-то у нас делается, да, по-прежнему. Теперь это не работает, что тут? Тут вообще почти ничего не работает уже. Да уж, классно, блин. Так, а костер, я думаю, надо перенести будет. Я хочу его сделать вне дома, чтобы он не поджег ничего у меня. Так, жизнь восстановить пока что мы не знаем как. Тогда у нас есть сиды, которым тоже хрен знает, что делать. Так, ладно, нам надо сделать побольше бревен, точнее, досок. Ну вот, топорик сломался. Да, жесткий довольно тут дело такое. Не очень выгодное, мягко скажем. Ну, вот такого домика пока что нам будет достаточно. Вот такого, наверное, да? Ну, это на первое время вообще. Тут еще и генерация карты такая довольно красивая идет у нас. И вот радар какой-то у меня немножко странноватый. Странноватого цвета. Так, ну ладно, 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 топор нам надо сделать. Так, топор. Блин, слишком долго это и муторно делается. Ну ладно, придется делать. Вот насколько хватит одного топора? А, ну нормально. Так, еще. Ух ты, что это такое? А доски у нас ломают. Что это такое-то? Только у этих хрени. Интересно, интересно. Ладно.
Хорошо, что хоть доски тут физику не имеют. А то бы тут уж совсем было бы уж не круто. Так, вход будет у нас. Пусть вход будет вот здесь. Тут дверь-то вообще можно делать? Ну, дверь можно делать. Так, сейчас я пока что не буду застраивать все. Сначала надо сделать шаг в этом порядке, чтобы эти уроды не прошли. Продолжаем. Кстати, я заметил, что у меня здоровье-то все-таки восстанавливается. Было-то поменьше. Сделать еще досок. Пока что так сделаем. Хотя... Ну ладно. Только пауки могут пролезть. Это не есть хорошо. Что-то у меня много как-то вот этих вот планок. А, хрен там. Блин, разноцветный дом будет у нас. Вот это, кстати, поприкольнее цвет будет. Ну и ладно, вообще плевать, это первый дом, я его потом сожгу. Ну или разберу на доски. Так, тут не могут пройти по-любому. Так, теперь не могут. Надо вообще так делать, не париться. Все, да, закончилось. Ну, по сути, это могут пройти только вот здесь. Вот и вот здесь. Ну ладно, сейчас чуть-чуть еще сделаем. Сколько хватит. На две доски хватит. Раз, два. Сейчас еще сделаем. Ну, какого хрена? Здесь другой что-то цвет вроде стал. Да ладно, надо будет уже, сейчас дом достроим и собираться идти за ресурсами, полезными ископаемыми. Так нельзя? Сейчас я побольше делаю вот этих вот дерьма этого. А, нет, остальные бревна лучше не буду. Там мне еще надо будет костер сделать же. А, воспламенитель, вот эта вот фигня называется. Ну, отлично вообще. Теперь эти дебилы же не сгорят. Так, ну, наверное, все. Ну нет, я его здесь все-таки заделаю. Мне будет более уютно. Ну вот, отлично, первый домик готов. Правда, нас скелеты могут побить, но... Ладно. Попробуем поставить сюда что-нибудь. А, надо же кровать сделать. Пробуем сюда дёрт поставить. Хотя бы вот здесь сзади, чтобы они могли бить нас только отсюда.
Ну ладно, тут досками заделаем уж. Ну вот и отлично. Теперь нас могут побить только паучки. Еще я сделал такую штучку, чтобы смотреть. Ну ладно, крышу-то, в принципе, недолго сделать. А шахту можно сделать где-то вот здесь, а кровать поставить здесь. Даже вот здесь где-то. Так, давайте зарубим парочку овечек. Да и деревце надо сломать тоже. Которое поболее будет. Ну так, давайте сломаем. Блин, какие классные. Нет, я не буду тут ломать дерево. Свинья. Интересно, костер затушится вообще. О, овечка. Иди сюда. Мне нужна шерсть. Прости, овечка, множится пока что нет. Да, вот уже больше половины жизни стало. Тут что такое, я не понимаю. Это мне тоже выпало из этих вот фиговин. Так, овечка, давай. Ну вот, отлично. Сейчас сделаем кроватку. О, это же не я сажал. Или я. Ну ладно. Так, у меня голод проявляется, надо поесть и попить. Ну, я живу не очень далеко от водоема, так что нормально. Купаться, купаться. Ну, отлично. Потом мы добудем уже песок, сделаем стекло и сделаем уже такие бутылочки. Бутылочки, из них будем пить. Ой, как противно-то весь дом в этом. Ну как он называется? В дожде. Давайте сделаем кровать. Наконец-то кровать. Ура. Победа. О, классно. Неужели кровать? Ну дождь, ну кончись. Ура, классно, дождь кончился. И жизни, смотри, сколько у меня сразу стало. Фу, ну вроде как пережили первую ночь с домом. Дом построен. Давайте сделаем где-нибудь костерок еще. Где-нибудь вот тут в яме. Да, с первого раза может не зажечься. Ну. О. Так, сюда. Сюда кинем бревна. Сюда мясо. Так, из кожи мы броню общую можем сделать. Я надеюсь, что это так. О, да. Ну вот, хотя бы в броне будем теперь. Какая-никакая, но защита. Ну, логично, что мы в кожаной броне. Это все-таки пещерный человек. Сюда видно костер. Нам надо поесть. Это у меня жажда что-то. Точнее, это голод замучил меня. Я надеюсь, звук-то не очень громко. Ну вот, как-то так выживаем. Опять меня лагнул. Ну ладно, на этом заканчиваем, наверное, да? Скоро продолжим, уже пойдем за полезными ископаемыми ресурсами. Ну, в общем, будем заниматься шахтерским делом.
собственно, Майнкрафтом.